в школу после каникул на новом автобусе. 6 машин в первый рабочий день 2018 года в районы передал временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский. Автобусы отправятся в Ивановский, Ильинский, Гаврилово-Посадский, Палехский, Приволжский и Родниковский районы. Сегодня у нас такой приятный повод. У нас поступило 6 автобусов. У нас, знаете, потребность в автобусах в области большая, там более 30 автобусов там на самом деле нужно, будем с этим разбираться. Но вот сегодня 6 автобусов в несколько муниципальных районов у нас придут. Надеюсь, что детишки оценят, что это будут комфортные, удобные автобусы. Машины разных марок и разной вместимости. Кому и какой автобус передать, решала специальная комиссия. На данный момент потребность в транспорте для учеников сельских школ обеспечена на 100%. Распределяются автобусы на конкурсной основе. Первый критерий – это то, что автобус исчерпал срок своей эксплуатации, и ему уже свыше 10 лет. Ну и, конечно, огромную роль играет количество подвозимых детей, количество самих школьных маршрутов, протяженность школьных маршрутов. Все эти критерии мы учитываем, и, исходя из работы специальной рабочей группы, мы принимаем решение о том, кто же получит автобусы в текущем году. В прошлом году 8 муниципалитетов получили автобусы, в этом году 6. В Пеньковскую школу Палехского района отправится «Газель» из близлежащих деревень каждое утро. Из дома за парту привозят 18 учеников. Среднее время в пути 30-40 минут. Прежний старый пазик свой срок службы уже исчерпал. Самый длительный мы ездим за 30 километров до нашего районного центра Палеха. То есть на все мероприятия, какие-то, которые посещают дети, нам приходится возить. Мы на старом автобусе очень мало выезжали сюда, в область, потому что автобус наш был уже ненадежен в пути, и нам приходилось от некоторых мероприятий отказываться. Эти автобусы приобретены для области за счет федеральных средств. Будет ли такая важная для регионов программа продолжена в этом году, пока неизвестно. С сентября, с нового учебного года, замены потребуют еще 20 машин. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.